Заң жобасы 100 нақты қадам ұлт жоспарының 97 қадамын іске асыру үшін әзірленген. Ұлт жоспарының 97 қадамына сәйкес өзін өзі реттеуді дамыту арқылы азаматтардың шешімдер қабылдау үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейту және мемлекетке тән емес қызметтерді бәсекелестік ортаға және өзін өзі реттеуші ұйымдарға беру көзделген. Поправки в рамках законопроекта можно разделить на две части. Первое – это закрепление базовых подходов по передаче госфункций в конкурентную среду. И второе – это внесение поправок по передаче отдельных функций по результатам работы специальной комиссии под руководством первого зампремьера. Для закрепления базовых подходов определяются следующие основные подходы. Это цели, принципы, способы передачи функций государственных органов, критерии и алгоритм отбора и передачи функций, мониторинг качества реализации функций, полномочия правительства, госорганов, а также роль палаты предпринимателей Атамекен, права и обязанности исполнителей и потенциальных исполнительной функций, а также прописываются функции, специально созданные при правительстве комиссии по передаче функций госорганов. Следует также отметить, что законопроектом предусматривается запрет на передачу отдельных функций в сфере национальной безопасности, информационной безопасности и так далее в конкурентную среду. На сегодня алгоритм, предусмотренный законом, состоит из 7 основных этапов. На первом и втором этапе производится отбор и одобрение предварительного перечня функций, который предлагается передать в конкурентную среду. На третьем этапе проводится публичное обсуждение. Это будет реализовано путем размещения предварительного перечня функций на официальных интернет-ресурсах Министерства национальной экономики и НПП. То есть в этот период мы будем ждать отклик от участников рынка в цели определения их интереса, анализа возможностей осуществления ими своих функций. А следующий, четвертый этап является ключевым. Здесь уже государственные органы проводят анализ готовности рынка и анализ регуляторного воздействия. По итогам анализа, в следующем случае, если он дан положительное заключение, комиссия при правительстве формируется окончательная рекомендация по передаче государственной функции. На шестом этапе разрабатывается соответствующий законопроект. Так как функции государственных органов закреплены законодательно, поэтому любая передача будет требовать внесения изменений в законодательство. И на седьмом этапе это постоянная длящаяся функция, это проведение мониторинга по реализации переданных функций госорганов, как это осуществляется в конкурентной среде. При неудовлетворительном результате мониторинга комиссии будет рассмотрен вопрос о необходимости возврата этих функций в лоно государства. Представленный алгоритм позволяет качественно, системно и подробно обеспечивать анализ и передачу функций госорганов в конкурентную среду. Более того, все эти этапы обеспечивают прозрачность и открытость для общественности и таким образом реализацию основного посыла 97-го шага плана нации. Что касается способов передачи функций в конкурентную среду. Рассматривается полная передача, либо частичная передача. Согласно проекту закона, полностью передана считается функция, которая реализуется либо за счет пользователей функции, либо саморегулируемой организацией. В данном случае эта функция будет полностью законодательно исключена из компетенции госоргана и передана в СРО. По частичной передаче функций мы понимаем уже имеющие место функции госорганов, то есть это аутсорсинг, государственный социальный заказ и государственное задание. А вторая часть законопроекта – это реализация тех итогов работы комиссии, которые проводились в течение этого года. То есть мы предлагаем ввести саморегулирование в сфере экологического аудита с обязательным членством. На сегодня данная функция реализуется государством в лице Министерства энергетики через механизм лицензирования. По предложенной схеме часть функций будет осуществляться через вновь создаваемое СРО с обязательным членством. То есть для проведения экологического аудитора, аудитор физлицо должен будет войти в состав юридического лица, которое и будет являться обязательно членом СРО, Национальной палаты экологических аудиторских организаций. Таким образом, исключается лицензирование деятельностей по проведению экологического аудита первой хозяйственной и иной деятельности. То есть будет введен институт сертификации. При этом уполномоченный орган сохраняет полностью функции по осуществлению контроля за деятельностью самой саморегулируемой организации. А каждый отдельный член будет обязан соблюдать правила, стандарты и нормативы, которые разработаны Палатой экологических аудиторов.
Второй результат работы комиссии – это передача функций Министерства здравоохранения по определению степени удовлетворенности граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи. Это одна из функций, которая сейчас реализуется подведомственной организацией Министерства здравоохранения. Предлагается через госсоцзаказ передать эту функцию неправительственным организациям, то есть на основе конкурса. Законопроектом в целом предусматривается внесение изменений в 6 законодательных актов Республики Казахстан, 4 кодекса, 3 кодекса и 4 закона. Реализация законопроекта позволит выстроить правовую систему для системной передачи, расширить участие граждан в процессе принятия решений и создать большую среду для частных организаций. Хотел бы отметить, что законопроект полностью согласован, все замечания канцелярии премьер-министра и администрации президента были нами полностью учтены. На данный момент заключение администрации находится на подписи руководителя администрации. Мы ожидаем, что сегодня либо завтра мы эту подпись получим. Поэтому, уважаемый Бахшан Дирович, просили бы поддержать и проголосовать за данный законопроект.